1936, 13 июня, Германия, Гамбург, солнечно. Мне 26, я крепкий белобрысый немец. Стою в толпе таких же, как и я, рабочих верфи Blohm & Voss. На правильном моем нордическом лице то ли ухмылка, то ли улыбка. Сегодня мы спускаем на воду большой красивый парусник. Нет, все-таки это момент особый. Сейчас из-под свежевыкрашенного днища выбьют клинья, и белый новорожденный корабль скользнет по стапелю, а через секунду впервые попадет в свою стихию, и наши души, души корабелов, взлетят до неба гамбургского. Там полетают и вернутся радостные. И ветер с них сдует усталость долгих трудов. Ведь чтобы смастерить такой кораблик водоизмещением в 2000 тонн, пахать надо никак не меньше года. Ну все, Лос Гейтс, пошел! И полетели души. А вместе с ними руки вверх взлетели в так называемом римском приветствии. Ведь это же Германия, 36-й, у власти НСДАП. У нас подъем всего, что только можно. А на борту красавца корабля немецким по белому написано «Хорст Вессель». И кажется, что невозможно сражаться с энергией момента. Стоит расслабиться, рука сама взлетит. В едином, так сказать, порыве. Да нет, ребят, возможно по-другому. Я ведь стою и не ору. Руки скрестил на груди, а на лице то ли ухмылка, то ли улыбка. Понятно, новому кораблю я не могу не радоваться, но уж очень я не люблю этого. Делай с нами, делай как мы. Я не терплю, когда мне говорят, как жить и как ходить, когда и как махать руками. Как любить? Все просто. Я чистокровный немец. Ирма, жена моя, еврейка. А нас тут осчастливили законом о расовой чистоте. И по нему, чтоб не мутить германской крови, мне полагалось плюнуть на жену и растереть нашу любовь неполноценную, наших детей неправильных во имя Отечества. И чтобы на собственную задницу не наживать проблем. А я не плюнул, не растер. Со мной стали работать. С женой, понятно, тоже в лагере побывал, а Ирма и поныне там. Мне ждали шанс искупить вину, слившись с родным народом в едином трудовом и боевом порыве, так сказать. А я вот не сливаюсь, стою, не двигаюсь, молчу, ловлю косые взгляды и улыбаюсь, хоть понимаю, последствия будут. И они были. Меня сажали, выпускали, снова сажали. Ирму, в конце концов, сгноили в лагерях. Дети попали в приют. А я уже в войну попал в штрафной дивизион и сгинул где-то в Хорватии. Но все же кое-какой след в истории оставил. Вы, может быть, видали старый снимок. Нас, корабелов верфи Blohm & Voss, запечатлели в тот момент, когда Хорст Вессель спускали на воду. Все с правой задранной рукой. А я один в толпе огромный стою, как человек. Руки спокойно на груди скрестил, то ли улыбаюсь, то ли ухмыляюсь, не поймешь. Просто потому, что в это мгновение я существую по-своему, а не как все. И, кстати, парусник тот теперь зовется «Игл» и ходит под американским флагом. До сих пор ходит. Недавно, в 2011-м, в Гамбурге его можно было увидеть. Красавец. Тогда, в 36-м, когда его спускали на воду, я так радовался. Густав Ландмессер. Человек, не вскинувший руки.